Привет, Трибуар. Ну, добряка вышел новый видося, называется «Я магнит для геев». Ну, а как бы я не удивлен. Вы видели его? Качок, красавчик, аниматор, что еще надо геям? Вот, давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересное. Правда, прежде чем начать, друзья, не забывайте подписываться на Boosty, на телеграм-канал, ссылочки в описании, там много всего интересного, буду вам благодарен. Ну и поехали. Перед началом ролика, пожалуйста, подпишись на мой телеграм-канал. И на мой. Знаете, я... А то вот он дебрикал 104 тысячи, у меня всего 100... 10. 100, хотел сказать. 10. Да ставь мне еще далеко! Родился на Урале. Это суровое место, где добывают металл, а уже из него куются люди. А именно в... Нифига себе, из города. Что? Из металла куются люди? Делают танки. И они там полноправные участники движения. В моем районе, если не сжимал руку с целью ее сломать, значит не мужик. Эй. Пипец! Если носил аниме сережку в ухе, с другого конца города замечали, на правильное ли ухо ты ее себе напялил. Почему-то считалось, что на правом носят только геи. А на левом... А я думал, наоборот, на левом. Левом можно. Что-то я тут тормознул. Типа пират. Правда, в моем городе ни одного фрегата я не видел. Где твоя шлюпка? Но лучше вообще ничего такого не носить. Пизда, кроме крестика. А бриться топором, умываться только потом на заводе. Фу, какая мерзость. В детстве. И там реально на заводе стоит качок и потом убивает тебя, да? Мне иронично могли избить за торбу с группой Tokyo Hotel. Да. Потому что один из этих тёлок накрашен. Я, блин, смотрел первый клип Tokyo Hotel, я думаю, женщина какая, смотрите, нифига себе, такой, а, бля, это мужик. Парень, как же все они были удивлены с приходом интернета, что они все парни. Не, ну все остальные на парней и были похожи. Из стрижек для нормального пацана было два выбора, так или так. А чёлка такая чё огромная, у меня примерно такой был. Еще считалось модным стричься по... Как Билан? Билана. Но... Такой, по-моему, тоже был примерно. Если ты совсем смелый. Дворовые детские игры — это футбол, царь горы и... У нас еще регби было. Монеточка. Нет. Нет? Не эта монеточка. Какая монеточка? Кто знает, тот знает. Я не знаю никакую монеточку. В баскетбол играли камнем, потому... Мы еще в козла играли, там чуваки типа встают такие спиной, и надо на них напрыгивать и усидеть. Потому что мячика ни у кого не было. Им же иногда играли и в сифу. Сифу? Что это? А также драки и стрелки за гаражами. Короче... О, да, я в них не участвовал, слава богу. Весь набор нормального пацана. И самое сильное... Пацана. Оскорбление всегда было. Это если тебя назвали лицом нетрадиционной ориентации, созвучно с... помидор. Осуждаем помидор. А может, ты помидор? А Вова помидора, чё деретесь? Вот так я рос и вырос. Ненавижу помидоров. И вот как-то я с друг... Так, Мирби. А подожди, а где остальные? Это кто? Это кто? Зями решил поехать в Доминикану. Мы, значит, тусим у бассейна. Доминик. И случай. Торренто. Чайно знакомимся с группой то ли доминиканцев, то ли испанцев, то ли латиноамериканцев. Я... Но были точно помидоры, так да? И не понял. Но на каком-то ломаном английском поговорили просто зажили-были, то чего, сколько уже тут отдыхает и так далее. Посмеялись, выпили текилы, и они благополучно ушли. Забрали тебя с собой. Кроме одного. Ага, привет. Он достает телефон и в переводчике мне пишет: дай мне свой номер. Нет. И я говорю: у меня российский, ты не дозвонишься. Он так... А зачем тебе вообще давать номер? А какой номер у тебя комнаты? Я такой: а тебе зачем? Он: что делаешь вечер? Сплю, блядь! И тут... А, понятно. Новый опыт подошел. Меня стали закрадываться сомнения. Тут не сомнение, тут наоборот осознание пришло. Я напрямую спрашиваю: ты что, гей? Он: нет. А ты? Какого хуя? Я такой: просто, наверное, хотел потусить, попить пивка, нормальный парень. И когда я уже успокоился, он мне такой: а хотел бы. Нет! Я в ахуе. Нет, он: а почему? Покричено, блин! Я говорю: ты, конечно, парень симпатичный, но у меня как бы девушка. Он говорит: это не проблема, мой номер 302. В смысле, не проблема, явно проблема. И тут я... Такое лицо. Что меня клеят. Не, ну мне, конечно, приятно. Мне было бы неприятно. Мне выказывают внимание и симпатию. Но почему именно я, если рядом стоит Мирби? А это же капитальный красавчик. Тупо вылитый Ривер Феникс. Блять, не помню, кто это такой, но что знакомое имя. В отличие от скуфиармии. Естественно, цели играть в царя горы с испаноговорящими геями. Блять, он бы посидел на твоей горе. Не знаю, я бы сыграл. Блять, не говори, он говорит, ты не того выбрал, да?
Короче... Да что ты ушел, блин, остался бы с ним. Мы все притворились, что у нас срочные дела, и надо уходить. И я еще никогда не видел таких грустных... Я сюда приехал не для того, чтобы ко мне приставали. Я ехал за... Я сам пристаю, да? ...океаном, чтобы отвлечься от серой рутины. Да, даже творчество и видео на ютубе в какой-то момент становятся именно Да, есть такое. ...рутинной работой. Для меня поездки в другие страны — это классный способ переключиться и отдохнуть. Тоже хочется, денег нет. Если этого не делать, то может начаться выгорание. Ну, уже. Но бывает, что устал... Реклама. ...говорит не о том, что пора бы поваляться на пляже, а о более глубоких проблемах. Mm-hmm. Сюда и выгорание, и поиск себя, самореализация. Думаю, каждый хотя бы раз задавался вопросом, чего вообще хочу? Какая долгая подводка. Ответить не так-то просто. И особенно важно в такие... Ясно. И моменты поговорить с правильным человеком. Блять, подмем немножко. ...ганфиг до обсания заставил жив себе. Выскажись. Второй подобный случай не заставил себя долго ждать. Что, там же, что ли, я было? Я поехал в... Друг уже его. О, Сербия! Это к Хованскому когда ездил, что ли? Так подожди, это давно было, я только думал, недавно ездил. Братскую Сербию. На свадьбу моего друга-гангстера. И... Да, все-таки да. И в отеле в ночь перед предстоящим праздником я сидел со знакомым и попросил свою девушку сходить забрать на баре напитки. А сам? Бармен, он же администратор, был такой упитанный милый пупсик, ну прям пирожочек. И он, я хотел задавать ей вопросы. А это ваш парень там? А сколько вы уже вместе? У вас с ним все серьезно? Да! Чтобы вы понимали, моя девушка очень красивая. Ты че скажешь совсем? Сука. Ржет еще. Одна вот. Короче, она привыкла к подкатам, поэтому она уже приготовила. Только ты потом к ней, бля, не к тебе, да? Что сейчас ее будут клеить. А можно вам сказать кое-что по секрету? Я бы очень хотел, чтобы ваш парень меня взял и жестко наказал. Ебать! И начал ей перечислять, какие сексуальные... Серьезно? Даже так? Вообще беспардонные. ...перверсивные мысли у него есть на мой счет. Еще раз попросил не говорить администрации о его наклонностях. Я скажу парню, он администрация. Но вот мне сказал, что сказать можно. Я не думаю... Что? Второй раз! Да я тебе что-то не знаю! Ну, что моя девушка увидела в нем конкуренцию. Ютюб, я тебя, пидорасом, убью! Блять. Почему-то о симпатии этого пирожочка-администратора ко мне она рассказала только утром, когда из этого отеля мы уже уехали. Чтобы ты не пошел к нему на ночь! Не придала значения или заревновала? 100%! Мнение... Сейчас опять прилетит лещему! Вообще странно, даже в интернете, знаете, сколько за всю жизнь девушки ко мне проявляли симпатию? Можно посчитать на пальцах одной. Шесть. Но вот стоит мне выложить фото с прессом, сразу куча предложений сексуального характера от мужиков. Серьезно, даже так? Вот такая несправедливость. Тогда не выкладывай. Думаешь, что качаешься для девушек, но на... Так, блять, ты для своих качаешься. Но знаете, я не унываю. Это типа в качалку ходят только латентные геи, ведь, да? Как говорится, если жизнь подкидывает тебе кислые лимоны, сделай из них лимонад. Подписывайтесь на канал и обязательно на мой телеграм. Ставьте лайки и до новых встреч. Бля, да, запикал. Офигенный ролик получился, Добряку огромное спасибо. Души поржал, просто какая жесть происходит с людьми в мире. Офигеть. Что? Если вам понравилась реакция, если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте пожимать бубенчики, интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.